Добрый вечер, дорогие друзья! Всем приветствую! Наверняка вас немножко удивляет отсутствие артиста на сцене, Александр Долгополов, саксофониста, замечательнейшего, конечно же. Все дело в том, что он сейчас находится, наверное, в пути, в дороге, достаточно проблемной с пробками дороги, это Ленинградское шоссе, он едет из Зеленограда. У него был концерт с Игорем Михайловичем Бутманом, с его биг-бендом, в котором Саша также играет. Вот, и давайте мысленно поддержим артиста, поаплодируем ему, пожелаем ему мысленно удачи, чтобы он нормально быстренько добрался к нам быстрее и сыграл с нами следующее отделение. Вот. Начнем мы с моих композиций. Ну, я просто Сашу попросил, может, можно будет что-нибудь сыграть из своих произведений, тем более у нас сегодня на сцене такие замечательные музыканты, как Петр Ившин, Антон Деликанс. Также сегодня на сцену выйдут замечательнейшие музыканты Иннокентий Иванов на вибрафоне. Они сейчас находятся за кулисами, обязательно выйдут в следующем отделении. И Владимир Крылов на гитаре. Вот. Ну, поддержите нас, мы начнем. Thank you.
Thank you.
Добрый вечер, добрый вечер. Мне сказали, что у нас на разогреве будет очень хорошая команда играть. Да. И мы продолжаем нашу программу. Сейчас буквально 2-3 минутки я приглашаю всех оставшихся музыкантов. Я хочу представить Антон Давидянс, уже здесь на сцене. Петр Ишин, ударный. Валерий Степанов, клавишные. Иннокентий и... Иванов, да, микрофон, можно уходить уже, да. И я пригласил сегодня замечательного гитариста Владимир Крылов. Владимир Крылов, и да, мы на самом деле мы с ним виделись на джеме, и буквально только. Сейчас мы буквально две минуточки, и мы продолжим нашу программу, собственно. Начнем нашу программу с композиции, я ее назвал «Гато». Thank you.
Это была композиция «Готов». И мы продолжаем одноименную композицию, которая будет выглядеть пластинку. Он называется «Самба дождя». Антон, знаете, он уникальнейший музыкант, он всю программу знает наизусть. Вообще, он играет практически без нот, но он играет тысячу программ, тысячу. Он играет в тысячи группах и играет тысячу программ наизусть.
завершении нашего первого отделения мы сыграем... композицию, называется «Полночный бриз». Thank you.
Thank you.
Петр Ившин, Ураган, ударные, Валерий Степанов, рояль клавишные, Иннокентий Иванов, вибрафон и Владимир Крылов, гитара. Меня зовут Александр Дождоболов. У нас небольшой перерыв. Мы сейчас продолжим программу на второй сет и вернемся минут через 10-15. А потом джем. Не уходите. Имейте в виду, сегодня воскресенье, сам джем. Делаю рекламу. Дорогие друзья, мы продолжаем нашу программу. Нас попросили пораньше закончить, чтобы не задержать джем-сейшн.
Сейчас прозвучит композиция, которую написал вибрафонист Джо Лок. Она называется «Дитя Сатурна». Thank you.
Знаете, предыстория этой пьесы, я лет 10 назад был на концерте Игоря Бутмана, и Джо Лок играл в его составе, я просто подошел к нему за кулисами и сказал: «Джо, мне понравилась очень эта пьеса, можно я буду исполнять в своей группе?» Тогда еще группы не было, но я фактически на коленках приписал ноты, и вот эта музыка звучит. И мы продолжаем в такой же стилистике, мы решили второй сет сделать более спокойным, мелодичным, но будут вещи, композиции тоже ударные. И мы сыграем сейчас фактически мировой стандарт. Эту песню написал Стиви Вандер, а мы предлагаем свою интерпретацию, называется «Overjoy». Thank you.
Большое. И Антон очень любит эту пьесу. Ее написал Майк Стерн и Боб Берг. И мы сделали такой контраст. Он называется «Хромозом». Thank you.
Крюк. Гитара. Антон Кривяц здесь не играл соло, но он играл десятую группу. Валерий Степанов, клавишный. Иннокентий Иванов. Микрофон Александр Донгополович, микрофон. И мы продолжаем. Моя композиция называется «Небеса». Дорогие девушки, для вас, вас здесь много. Мы специально, чтобы спасти концерт, мы играем эту песню. Thank you.
Спасибо. Музыканты просто звери. Они играют любую музыку. Впереди ставят задачу, надеемся. И мы продолжаем. Вы знаете, мы сделали... Я в одном фильме услышал песню замечательную. У нас сегодня инструментальная программа. Сейчас песни будут на джеме. Группа Isley Brothers. Песня очень известная. Ее и Джордж Майкл исполнял, и Уитни Хьюстон. Она называется For the Love of You. Исполняем фактически впервые. Это тоже такое... Смуж джаз, можно танцевать. Девушки приглашают кавалеров, кавалеры приглашают девушек. Серьезно, это медленная песня, да, можете танцевать. На самом деле мы подготавливаем джем у вас, чтобы сейчас в таком настроении влиться. Сразу ребята заходят на сцену и все.
Но песня гениально написана, она инструментальная, девушка звучит. Дорогие друзья, и в завершении ребята-музыканты уже рвутся за кулисами на джем. Сыграем заключительную композицию, тоже известная, и здесь звучала уже много раз. Автор Маркус Миллер, Антон, здесь это его фактически, его вещь. Поаплодируем. Антон Авиньянс. Бег по крышам, Рандл Кавер. Thank you.
Thank you.
Петр Ильшин, ударные. Антон Дальян, бас-гитара. Валерий Степанов, клавишные. Владимир Крылов, гитара. Иннокентий Иванов, у него самолет улетел на гастроли, фактически перенес. Вот. Александр Долгополов, саксофон, спасибо. Мы ждем вас всегда, приходите на наши концерты, мы будем делать замечательную музыку. И мы уступаем место нашему Сан-Джему.